Здравствуйте, господа! Сегодня у нас на обзоре маховая серия, серия маховых удилищ от компании Флагман Монтерей, Medium Strong Elite Poly. Вот такое длинное название. MS Medium Strong означает быстрый строй, она действительно быстрого строя. Но пока я коснусь вот таких вот фирменных бейсболочек, кому нужно, люди уже многие получили их. Были белые, черные, серые. Остались теперь только серые и черные, поэтому для покупателей махов, итальянских махов Maver Freccia, они же Fusion Italics, или Italics Fusion, кому как нравится, они получают их бесплатно. Но, тем не менее, наши покупатели, подписчики, они могут также приобрести эти бейсболочки себе. Поэтому, кому нужно, пишите ВКонтакте. Обязательно мне либо в группу магазина ВКонтакте, в Телеграм. Кто хочет, мы отправим куда угодно вот такие брендовые бейсболки. Качество великолепнейшее, жесткий козырек, очень жесткий, длинный. Сама бейсболка с глубокой посадкой на голову, это не дешевка, которая там до пол головы делают. Да, здесь там такая вот красота брендовая, да, все в металле. Здесь проклепано. Клепки металлические, очень все надежно, качественно, то есть действительно очень хорошая вещь. Я вот давно таких не встречал бейсболок, поэтому серые и черные есть, пока еще остались. Берите, я на сайтах не выставляю в мультифиш, потому что их мало, они эксклюзивны, никто, ни у кого других, у другого их нет, а так как мы официальный магазин товаров Italics и от компании Italics, единственный официальный магазин в России, который продает Italics. Вот бейсболки наши, пожалуйста, заказывайте, пишите обязательно, да, и приобретайте такие бейсболочки. Вернемся к удилищам. Значит, удочки сделаны, давайте сначала, сколько метров, значит, 5-6-7 метров. Серия включает 3 штуки, 3 длины, уголь 30 тонн. Это, как я говорил в других своих видео, это тот уголь, из которого уже можно сделать удобоваримое удилище, да, нормальной длины, с хорошим, правильным, приятным строем, и при этом, чтобы оно было достаточно надежное, и легкое, и мощное. Ну, смотрите, как я говорю, что я не привык к каталогам верить и в характеристикам, которые указаны в каталогах, особенно. Ну, вот Флагман более-менее это нормально все пишет, вопросов нет. А вот к итальянцам, например, итальянский каталог, это вообще кошмар. Просто кошмар. Поэтому лучше все мерить самим, самому. Я, в общем-то, это и делаю. Ну, давайте вот начнем с такой удочки. Пока о пробках, а дальше им транспортную длину померяем и взвесим. Диаметр померяем. Значит, заглушка вот такая резиновая пробка. Металлическая сверху, дальше идет каучук. Плотненькая, приятная пробочка, хорошо заходит. Здесь тоже алюминиевая пробка с резиновой вставкой. Позиционируется не как там силовая мощная удочка, которая там выдирать любую рыбу там вверх, да, домкратом. Поэтому все-таки это, хоть и, скажем так, недорогой уголь здесь применен для того, чтобы удочка стоила недорого, но при этом максимально выжили из этого угля, из этого припрега, связующего материала, да, максимально выжили характеристики, которые хоть как-то могут приблизиться к топам или хоть как-то смахивают на топы. Могу сразу сказать, получилось. То есть действительно удочка классная. Кто хочет быстрый, жесткий строй бокового кивка, например, да, для бокового кивка. Значит, хлыстик у нее здесь полый, не привитой, а именно полый. Поэтому для бокового кивка, да, никаких вопросов не возникает. Прямо и на него сажайте, я и на него, в общем-то, и сажал. К
Кому нужен коннектор, если для поплавка 1.25, насколько я помню, ну, на всякий случай уточните у менеджера, они вам, скорее всего, при покупке его отдадут в подарок, а это, может быть, и наклеют. И вам ничего не останется делать, как просто прицепить леску и тут же пойти ловить. Значит, давайте, транспортная длина одинакова у всех удилищ и равна она 127 сантиметров. Теперь померим хват, комель. Значит, пятерка у нас, комель 21, шестерка 23 и семерка 25. Господа, ну вот мы разложили. Начнем с пятерочки. Смотрите, строй. Вот я пока потрясу ее. Быстрый, просто как пика строй. Смотрите, жестко я делаю. Вот даже вот руку мою видно. Смотрите, вот быстрейший строй. Для кивка, для крупной рыбки. Ну просто шикарно, просто пика. Она не гнущаяся, так называется, да? И при этом она легкая. То есть пятерка отличнейшая. Вот смотрите, давайте нагрузим теперь, посмотрим строй. Вот пятерочка, смотрите какая. Вот шикарно она распределяет нагрузку по всей длине удочки. Видите, сильно я тащу вверх. Вот, прямо аж она звенит аж, да? Вот, мощно я загружу ее. Хлопнется так хлопнется у нас здесь. Вот, ну, отличнейшая палка. То есть мне очень понравилась пятерка. Да и вообще серия очень приятная. Значит, шестерочка также. Смотрите, вот максимально на камеру вам показываю, чтобы впечатление свое. Шестерка тоже с хорошим балансом для шестерки, тоже быстрый строй. Вот кто хочет очень быстрого строя и при этом удочку достаточно легкую, вот в руках она не тяжело лежит, шестерка, но совсем не тяжело. Да, и при этом она у нее хороший баланс, то есть она не так легко весит, не так мало весит, конечно, но баланс у нее очень приятный. Для кивочка вот подыграть, да, смотрите, ну вообще просто шикарно. Очень хорошая мордочка, как говорят, да. Ну и нагружаем, построю, посмотрим сейчас нагрузку. Ну вот, разворачиваю, ну то же самое, такая же абсолютно построй удочка, быстрейший строй, среднебыстрый. При этом обратите внимание, что под поломок вам придется, ну вы сможете избежать поломок в большей степени, именно если уж там совсем критично не ошибетесь, потому что она распределяет прям вот нагрузку. Видите, я чем сильнее давлю, дальше скучает следующее колено, еще сильнее, еще следующее. То есть это, скажем так, страховка от какой-то ошибки. Ну вот семерку теперь трясу. Смотрите, у нас она не умещается уже. Вот, но она уже потяжелее, да, потяжелее. Но строй такой же быстрый. Ну вот тяжесть имеется в виду. Мордочка тоже быстрая. Вот она, видите, гнется где-то вот две трети от моей руки. Да, то есть, соответственно, под кивок это подойдет. Но вот семерку что? Если, смотрите, какая история. Значит, под кивок, да, все однозначно. То есть, семерка идет под кивок. Если вы на поплавочную снасть ловите, то выбираете семерку только на тех водоемах, да, и только для себя тогда, когда без нее вам никак. Потому что все-таки вот 30-й уголь, он сказывается уже на семерке существенно здесь, да, то есть уже баланс начинает теряться и уже вес в руках ощущается, потому что семерка уже, ну, не должна так весить, ну, как не должна, да, вот маховая, да, именно когда в руках постоянно ее держите, переброс там на течение ловите и так далее, то есть она должна быть легче намного. Поэтому в этой ситуации семерочка, она удобоварима, если без нее уже никак, и у вас больше нет денег, чтобы купить, например, там тот же Лидер или тот же Сабаниев, да, или тот же Гретхам, если Тригорон, если это флагман мы рассматриваем, да, либо Волжанка топ матч, либо Сабаней Фотон, там, что еще вам сказать. Но если уж совсем денег побольше и нету таких серьезных моментов в деньгах, Колмик, пожалуйста, выбирайте из Колмика там топовые махи,
Экстрим и другие. Давайте нагрузим, значит, семерку тогда и строй смотрим. Да, строй такой же. Смотрите, вот как его грузится. Вот, опять же, сильно я ее вверх тащу. Смотрите, какая. Ну, карпа выдержит, да. Только подсачник, естественно, дистанции. Вот она прекрасно выдержит, отрабатывает. Поэтому вот такие вот у нас удочки сегодня. Вот, посмотрели. Господа, ну вот разложили, посмотрели. Сейчас два слова про чехольчик. Простой, но очень надежный чехол из прочного материала. На завязочках он не намокает, запахи, соответственно, не впитывает. Прослужит вам долго, потому что качество действительно чехольчика хорошего. Он, ну, приятный, это не тряпка, которую можно выбросить сразу же, да, как купил. Подписывайтесь на социальные сети, открывайте, чтобы узнать, где они, да, открывайте мультифиш, стартовую страницу главного магазина, где справа у вас телефоны, вниз спускаетесь, в самый низ, также с правой стороны будут маленькие иконочки всех социальных сетей. Нажимаете на каждую иконку, нажимаете подписаться, там, зайти в группу и так далее. В этой ситуации вы будете иметь возможность получить бесплатные запасные части на удилище, которого у нас покупали. Конечно, в период проведения акции. Сейчас очередная акция заканчивается, скоро будет новая. Поэтому ждем ваших новых заказов. Не забывайте про вот эти фирменные бейсболки, которые остались серенькие и черные. Такого качества бейсболок вряд ли вы где-то найдете. Они брендовые, да, брендованные, как говорят. Ну и, соответственно, очень хорошего качества, с металлическими заклепками. Вот здесь вот, лейблами. Так что подписывайтесь, покупайте в мультифише, и всего вам доброго.